Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «Жирный ребенок». О чем речь, я пока что не знаю. Я просто скачал по фану игруху любую наугад. И сейчас мы будем с тобой балдеть. Это простенькая инди-игруха, которая еще находится в разработке. И тут по мелочи что доступно, но мы сейчас посмотрим. Говорят, что она прикольная. Вот, в общем. Создаем приватный сервер, я готов, погнали. Вот он, наш ребеночек. Что-то с ним не в порядке, да? Ты посмотри на его глаза, Божечки, кто ж тебя родил? Значит, на тап мы можем открыть меню апгрейда. Вот у нас есть ролл 1, ролл 2, ролл 3. Я могу изрыгать зеленую блювотню, которая будет сжигать людей и растворять машины. А в конце могу стать вообще демоническим каким-то ребенком. Ужас. Значит, на спейс я могу прыгать. А что с моими ногами? Подожди. У меня ноги сломаны? Почему у меня нога сломана? Походу, меня так родили, да? Ну ладно, хоть подгузники дали. Но ты посмотри. Я иду жрать. А? Кто сказал жрать? Я иду, ползу. Боже мой, бургер. Ладно, чтобы что-то сожрать, мне нужно нажать Е. Издалека получится? Я засасываю еду просто в свой рот. Смотри, издалека. Да, и сразу расту. А, да. Давненько таких игрух не было, расколбасных. Пицца. А почему в детской комнате валяется пицца, бургер, печенька? Это что за предки-то такие, пончики? Что я еще умею? У меня есть какие-нибудь способности? Как насчет апгрейда, ролл? Я что-то должен... Опа-на, я, кажется, прокачал это дело. А за что мне дают 50 фат? А, все понятно. За жир. Короче, это что такое было? Ты что, офигел? Меня сбил робот-пылесос наш домашний. О-о-о. Нажмите левый shift, чтобы ускориться. Ее, я Соник. Я сейчас тебя ушатаю. Иди сюда. Вот так вот нафиг. А, теперь я тебя ушатал, да? Сдвинул с места. О, в унитазе планшет? Или нет? На улице что-то кричит кто-то. Кого-то там сбивает, убивает. Я не знаю, может быть, там мои братюни вышли. Маленькие сосунки, которые там избивают людей. Я же могу это делать, правильно? Что это такое? Шоколадка в унитазе. Может, не стоит это есть? Оно зеленое. Подожди, это очень опасно, но я, пожалуй, съем. Пофиг, я живу в таком мире, что я могу все это сожрать. Да, я сожрал шоколадку, получил немножечко жира. Печенечка. Все издалека, короче, пожираем. До яблока надо докатиться, слишком далеко лежит. Мой ротовой пылесос не может это поглотить. А подожди, в ванной, может что-то еще в ванной? В ванной вода есть, но жалко, я туда не допрыгну. Эх, мне просто не... Я застрял в ванной, моя башка пробила ванную, и чтобы вода не вытекла, моя башка удерживает эту дырку, это отверстие, чтобы вода не вытекла. Обычно это плохая поза застревания. Ну ладно, пофиг. Пойдем. Яблочко с крумкой. Я думаю, что нам пора потихонечку выметаться с дома, да, посмотреть, что происходит во внешнем мире. И насрать вообще то, что я в подгузах. Я сам себе могу подгузы поменять. Торчик. Торчик, бургер, кексик. Да, это же кекс был, правильно? Кексик, шмексик. Кактус, интересно, ты их жрешь? О, тут специально для меня поставили вот так вот полочки. Чудесно. То есть, чтобы я туда запрыгнул. Там явно что-то для меня есть. Родители все предусмотрели. Ну давай же, залази. Ну же, я верю в тебя, давай. А, печеньку, конечно же, там печеньку оставили. Иначе какой смысл мне был бы карабкаться по этим тумбочкам? Опа. Главное на кактус не сесть. Главное на кактус. Ох, отлично. Как бы мне ушатать этого робота? Он прям такой бесячий. С первого дня у меня не сдалось сообщение с роботом. 34 жира у нас. Опа-на, нифига себе. А чё ты такой мощный-то? Ему явно не нравлюсь я. Как только я сказал, чтобы ушатать робота, он сразу начинает меня мочить. Эй, ты дерзкий. Иди сюда. Дерзотный робот. Он, кажется, застрял. Я тебе помогу. Но ты запомни. Нет, я ему не помог. Я просто по нему про... В отместку мне в жопу пинка дал. Короче, вот это жираем. А, он у меня жир отбирает, ты прикинь? У меня было, по-моему, 30-ка жира. А сейчас 29-59. Ладно, вот эти вот как мне схавать? Ага, отлично. И там вот это вот еще надо схавать как-то. Давай. Жопа моя не поднимается выше. Я не могу взлететь, как вертолет. Тогда... О, тортик. С дивана может попробовать. Слушай, а если накатом взять? Вот накатом вообще неплохо получается. Кто этот бургер с диваном спрятал, а? Я уже приличненько так подрос.
Опа, видал, как я мастерски могу? Кунг-фу, ребенок. Ну ладненько, пойдем выползем свет, как говорится. Посмотрим, что там в большом мире происходит. Здравствуйте. Надеюсь, меня мамка не впалит, что я выбежал на улицу. Здорово, бардачи. А чего вы такие высокие? Так, давай я свою способность попробую. На кого-нибудь наеду. Вот. Оу. Нужно чего-то там сколько-то, чтобы сшибать людей. Короче, должен весить 140. Так, подожди-ка, давай-ка я еще раз попробую. Накатом, накатом, накатом. 159 жира мне нужно, чтобы сбивать людей. То есть мне нужно вообще отожраться, чтобы у меня щеки свисали до травы. Чтобы у меня жопа была просто нереально огромных размеров. А что здесь просто? Почему машина сбивает людей? Подожди, я тебе спасу, первую помощь окажу. Оу! Да, помог. Этот мир слишком жестокий для меня. Да, пожалуй, я пойду в... О, как ты тут очутился? Чудило. Пожалуй, пойду-ка я отсюда. Пока я не отожрусь, я не хочу выходить в этот прекрасный мир. Полный ужаса и крови, и криков, и отчаяния. Поэтому я буду отжираться в соседнем доме. Я пойду к тете Маше, к соседке, и сожру всю еду у нее. Наверное, так будет правильнее. Чупик! Чупик, 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 обожаю. Чупики, кексики, шмепсики, пончики. Так, надеюсь, у тети Маши нету этого... как его? Пылесоса-робота. Робота-пылесоса этого чудаковатого зверька. Странно, почему... Ух ты, два бургера сразу же. И тортик, и вон там чупик. Отлично пожрал. Тетя Маша, надо заходить почаще. Вот так вот надо. Опа. Опа, что у вас тут на столе? Что-то плохо тетя Маша гостей принимает. Приехал, блин, к ней называется. Тут пожрать нечего. Хлебные крошки со стола сметаю, последний. О, а там пончик есть. Пончик. Сейчас я тебя нагоню. 50 жира у нас с тобой есть. Сейчас мы наберем. Ой, кажется, у нее есть робота-пылесос. Робота. Да, вон он тут тоже имеется. Блин, надо от него щемиться, подальше держаться. Пока я не наберу 150 массы. Я должен больше жрать. Я должен вырасти крупняком. Ну, все тут, Маш. Я пошел, спасибо, что откормил меня. 120 жирка поднабрал. О, тут опять тупаки. Сейчас, смотри, смотри, они дорогу переходят. Нет, боже, аккуратно. Ну, я предупреждал. Я говорил, что это опасно. Так, пойдем куда? Есть тут какой-нибудь фудкорт? Я бы хотел... О, мусорка! А мне какая разница, где жрать? Дома или на мусорке? Еда есть... Еда... Это что, рабочий? А что это у них такое? Они листья... Это сдуватели листьев! Это мощный чувак... Ой-ой-ой, надо, наверное, их остерегаться. У меня там в подсказочке написано, чтобы я боялся рабочих. А что, если я к ним подойду? А, они меня прям сдувают конкретно? Оу, только не на дорогу. Нет, я не хочу, чтобы меня сбила машина. Я укатываю нафиг отсюда. Они что, преследуют меня? Зачем вы меня преследуете? Нифига себе, как меня сдувает. Я что, такой легкий, что ли? Тачка меня сбила. Мои 120 веса скинул я немножечко. 120 фата превратились в 91. Фак, блин. Фаты, факи. Я просто хотел на мусорку сходить, как бомжонок, поесть. Я ненасытный ребенок. Мне все хочется жрать. Я хочу большего. Так, набираем вес обратно. Короче, понятно, надо остерегаться машин, роботов-пылесосов и вот таких рабочих. Это прям демоны какие-то. Есть, смотри, я могу почему-то... В смысле, я могу сожрать мусор? И мне тогда будет плохо. Ну давай попробуем, посмотрим, что станет. Это не еда. О, мелкий хулиган пришел, мне щей надавал. Ты че, сдурел что ли? Ну благо его, ну от моего жира его отрикошетило. И он теперь вон в ауте лежит. Ну, короче, надо... Так, ой, я мусор маленький сожрал. Нифига себе, смотри, маленький мусор прилично дает. Я могу мусор... Бомжонок, реально. Хавает мусор. А какой крупненький достал. Ты чё, офигел, на тебе? Да фиг... Я сейчас тебя раскатаю, я тебе котлеты сделаю, отбивную сделаю. Ты очешуел мелкоту такую. Хотя я такой мелкий, что больше него уже стал. Куда ты убегаешь, стой. Я тебя раскатаю в пельмешек. А потом съем. Ладно, пойду я отсюда, а то сейчас маленькие гопники выбегут и наковыляют мне толпой. Смотрите, да. А что это за волосня у меня во рту? Или это склейка? Текстур, наверное, склеили так. О, пацан. Я там видел кучу еды. Ты офигел? А ну, пошел на дорогу, чтоб тебя разда... Хорошо, удачно. План сработал. Сколько еды в магазины, и за все платить будут мои родители. У меня нет денег.
Ой, кому-то там плохо стало. Пацаненок, это до сих пор тебя там сбивает, что ли? Я уже отъел приличную жопку. Так, по-моему, она стала на весь магазин, да такой, что не видно даже, что я ем. Эп! Не, у меня скоро одышка появится. Ё-моё. Ну, на самом деле, вот эта еда, она дает не очень много. Лучше все-таки на мусорке мусорные мешки жрать. С них больше идет. Капец, отожрал себе, попец, а? Все, магазин, короче, отожрали. Отжали, отожрали. Значит, следующее, что я могу? Я могу изрыгать. Для этого нужно 10... А, 10 фата, ну давай вкачнем. Теперь я могу еще и изрыганием заниматься. Значит, вот это вот мы вкачивать будем. А, давай вкачаем. Я когда качаю таланты, у меня вес уменьшается. Значит, я теперь могу, смотри, накатом пожирать всякую еду. Вот, и блевать я могу. А как блевать? Ну-ка, давай заблевем-ка. Ого, круто, круто, зеленая жижа. Мужик, смотри. О! О, прикольно. На смайл похоже, да? Как будто смайла сожрал и потом его выплюнул. Эй, смайлики. А в машину можно? Что будет, если я в машину? Ну-ка. А, машине пофиг. Она просто размазала. Зашел тут в парк, значит, посидеть, потусить у водички. Вот тут вот, помыться. О, да, накатом получается иду собирать. А если просто к ней подходить, получается? Нет, только накатом. Смотри сейчас, как я это все съем. Запрыгиваем. Оп-оп-оп. В смысле, за что? А, прикинь, короче, я могу сбивать столбы. Стой, ну-ка. Да, я могу сбивать столбы, если я нажру 634 фата. Хо-хо-хо-хо. Так, это прикольно. А вот это могу съесть? Нет, это пока не могу. А вот маленький ему... Сколько там мусора? Надо туда сходить, надо сходить. Ты смотри, какой я уже здоровенный. Я почти взрослых нагнал. Я расту не по дням, а по часам. Нет, не по часам, а по калориям. Сколько сожрал, настолько и вырастил свой зад. Опа. Все, поехали. Мне бы как-нибудь прокачать еще разгончик, чтобы я подольше мог катиться. А, вот, наверное, Пуке 2. Пуке 2. Ну, давай вкачаем. Есть еще Пуке 3. Давай тоже вкачаем, почему бы нет. Пока позволяю я себе эту роскошь. Теперь я могу блевать в два раза дольше. Ну и блевотня моя будет более опасная. Нате! Залил его. А где мусорка-то? Я чувствую запах мусора. Вот он. Да. Наконец-то я добрался до тебя. Жратва. Сжираем маленький пакетик, жираем пиццу. Жалко, конечно, большой пакет не получается хавать. Но ничего. Так. Вот этот вот чупик обязательно. Почему, интересно, чупики валяются здесь? Видимо, они волосатые. Ну, в смысле... Знаешь, когда чупики выкидывают? Когда их оближет собака. Либо когда они упадут на кошку, либо на собаку. И вот этот чупик становится волосатым, как собака. Тогда их выкидывают. А мне пофиг, я ем даже с волосами. Вот так вот. Ну, в смысле, не я, вот этот вот мальчуган, за которого я играю. Так-то я такими вещами не занимаюсь. Что? О, тортики, тортики. А где маленькие еще мешочки, которые помогут мне быстренько набрать вес, а? Маленький пацан нашивается на свалке. Он хочет много жрать. Он хочет стать большим. А, чудесно. А что с моими руками стало? Почему их так шмантыляет? У меня такое ощущение, как будто пукан горит, и я его пытаюсь потушить. А, нифига себе, я могу его так приближать, отдалять? Ух ты! Прикольно, я это не знал. Но теперь знаю. Знаешь, что могу сказать по талантам? Я все прокачал, кроме вот этого ханта. Охотника. 25 тысяч жира надо набрать. Ну что ж, давай попробуем это сделать. А пацаненок тут до сих пор валяется? Лови плюху. Укатал в землю пацана. Но будет знать, как на маленьких наезжать. Когда я смогу жрать людей? Я же смогу это делать? Как думаешь? Я думаю, что да. Мне показалось ли я съел человека? Подожди-ка. Я реально ем людей? То есть я их не в землю укатал? Я жру людей. Божечки. Ты посмотри, что происходит. Я начинаю расти. А забор? Нет, забор не поедает. А дерево? А для дерева надо косарик, еще жира есть. Хорошо, вот это вот. Вот вентиль, вот этот пожарный могу? Нет. Люди, 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 люди. Ох, какая вкуснота. Как я сбил остановочку. Бо... Все летит нафиг в тартарары, когда я приближаюсь к этому. Оу, а машина? Машина? Нет, машина наоборот сбивает меня. Ой. А стоящую машину можно съесть? Нет, нельзя. Эх, а вот эту вот мусорку, вот это вот все можно? Нет, тоже нельзя. О, мои злостные друганы, идите сюда. Черт, как бы мне...
Вас так съесть аккуратно. Давай, давай, давай. Черт, не получается до них докатиться. Давай, парниша, вставай. Я верю в тебя. Прикинь, когда они в меня дуют, я не могу накопить выносливость. Так, кажется, одного я сбил. Другого... Я другого сожрал. Отлично. И вот этого сожрем. Да, 170 за каждого. Чудесно. Дерево получится? Нет, еще 330 надо набрать жирка. Мужик, иди сюда, ты мне нужен. Все, теперь я могу деревья жрать, да? Деревья... Оу-е-е. А, ну я их как не могу есть, я их могу ломать. Блин. А машины? Нет, с машинами до сих пор проблемы, сложности. Деревья я тоже могу жрать. Видишь, они красно подсвечиваются, но пока что я еще не дорос до этого. О, мусорка, мусорка, обязательно надо сюда зайти. Пацаны, здорово. А, вы че? Они не пугаются? На, тогда тебя заблюю. Они вообще не боятся меня, они такие целенаправленно шли отмутузить меня. Такие думают, о, нифига себе, гигантский малыш, пойдем-ка отожмем у него что-нибудь, например, блевотню. И не получилось, я их сожрал, я их растопил в своей блевотне. Чувак, дай я тебя тоже схаваю. Вот. Гляди, сколько здесь мусора. Пацаны там в футбол играют. Пацаны, можно с вами? Я могу за мячика сойти. Можно, да? Ну все, я иду. Я мячик, который больше ворот. Черт, меня сейчас пацан не заб... Нет, он не сбил, слава богу. Смотри, вот другой пацан подходит и лупит меня просто, но меня в этот раз уже не откидывает. Так что мне насрать то, что он делает. Это как щекотка для меня. Сейчас вот так вот тебя. Все, сожрал мальца. Знаешь, что обидно? То, что я к тете Маше теперь зайти не могу. Я просто тупо не влезаю в проем дверной. Я больше, чем дом. Вот как бы я туда не хотел залезть, не залезу. Могу только подглядывать в окна. Теть Маша, извини. Зайду в следующий раз, как схудну. Мне кажется, что пора в этом городе объявить чрезвычайное положение. Ну, потому что малыш размером с Кинг-Конга, это как бы, ну, совсем ненормально. Чтоб на меня танки приехали, тут вертолеты. И я их начинаю тут месить и жрать, и ломать. Это будет вообще эпично. Но их, к сожалению, пока что здесь нет. Интересно, как думаешь... Скоро я смогу сносить дома. Это прям было бы круто. Вот, например, вот этот домик. Баба... А, это же кинотеатр. Снести его нафиг, там вкуснятины столько, попкорна навалом. Кстати, за деревья мне теперь дают тоже жир. Можно спокойно деревья ломать. Я преисполнился в этом мире. Я отожрался. Я знаю свою цель. Да блин, достали машины сбивать. Я такой здоровый, но эти машины меня доконали. Что с ними сделать? Вот взять их в руки и поиграть в бибику. Вот это все, что я придумал. Так, значит, все, я почти к успеху пришел. Прыгай, прыгай, парнешек. О, смотри, я тачки могу... За... Точно, у меня способность заблевывать тачки. Че ж я про нее забыл? Заблевывай тачки. Уничтожай их. Вот так вот. Хы. Я топлю тачки. Вот так вот вам. Да, я тачки могу хавать. А я все думал, чего же я их сбить-то, и забыл про эту фигню, что я могу блевать на них и потом сжирать. Давай, поблюю еще. А, нету, все, у меня кончилась блевотня. Надо что-нибудь сожрать, прежде чем выблевать это. Ну что, я набрал 27 тысяч. Это говорит о том, что я могу прокачать способность, превратиться в демона. А, знаешь, что тут написано? Набери достаточно жира и стань охотником на 69 секунд для поиска других детей-пожирателей. Ну, короче, эта игра рассчитана на мультиплеер и вот на PvP. Ну, чё могу сказать, мы как бы отъелись, ну, прям по максимуму. Не, можно, конечно же, еще побольше отъесться, но я думаю, смысла дальше нет. Здания я точно не буду хавать и никак их шибать не буду. Хотя, может, попробовать их заблевать, давай-ка попробуем вот так вот. Тёть Маш, надеюсь, что это не твой дом? Фу, словно сопля вытекла у меня изо рта и случайно меня сбила машина. Это очень некрасиво, блин. Вот так вот вам, машинки. Я заблюю вас всех. Так, значит, что там у нас? Что происходит? В общем, это был Fat Babies. Если тебе понравилось, то поставь лайк. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующих прикольных игрушек. А на этом все. Увидимся в следующем ролике. До встречи.